Всем привет, дорогие друзья, с вами Митин. И как вы уже поняли по названию данного ролика, сегодня я сливаю для вас сборку GTA для слабых ПК. Не нужно мне писать, бля, Митин, где годный контент? Я не понимаю, что за сливы сборок, я не понял. Вы сами на стримах просите у меня моды, дай ганы, дай шрифты. Соответственно, когда я собираю сборку, я ее сразу же отдаю, чтобы вы постоянно не просили эти модификации. Я ведь не прошу вас миллион сабов, и тогда будет следующая сборка, нет. Так вот, насчет слабых ПК. Не думайте, что тут ENB стоит и тени. Все, пиздец, это не слабые ПК. Тут все в упрощенном стиле, ребят. ENB для слабых ПК, так как оно добавляет только цветокоррекцию. Это то же самое, что и Color Mode. И блики авто. Вы можете его, если что, удалить. Также оно отключается на Shift плюс F12. Или если вам нравятся цвета, отключайте только блики авто, дабы добиться именно поднятия FPS. Клавиши Shift F1. Ах да, ребят, играю я на Revant RP, спасибо всем тем, кто регистрируется на меня. Давайте уже добьем 400 рефералов. Мой никнейм и IP будет в описании, регистрируйтесь на меня. Кто видел эту сборку, бегите уже скачивать, а для тех, кто первый раз, продолжаем смотреть. Только лайк не забываем ставить, да. Первое, на что обращаем внимание, это худ и его компоненты. Добавил новый шрифт, изменил сам GUI, все под фиолетовый стиль. Карта также фиолетовая, как и полоска ХП игроков. Все очень красиво подобрано, делал я сам. Мягкие облака, которые не жрут FPS. Очень крутой ганпак для троллеров, ну и для снайперов. Мяу, сука! А также звуки, которые я не менял. Лучше я до сих пор найти не смог, так как по моему вкусу они реально очень крутые и лучшие для меня. Что насчет теней? Все тени в GTA отключены, кроме тех, которые поставлены именно при помощи оси файла, то есть под тобой тень и от машины. Они могут жрать FPS, да, но только они. Можете удалить, кому не нравится, или же кто хочет максимальное количество FPS. Они тоже, ребят, как вы могли заметить, мягкие. Не такие, как у всех, где черная хуйня на пол экрана под тобой. Здесь все более приятно. На этом все, ребят, не буду кидать ничего отдельно, так как тут все, что изменено, оно находится в корне GTA-шки. Вам не составит труда взять что-то себе. Да прибудет, ребят, у вас FPS, и да, сколько будет лайков над роликом, столько будет FPS у вас в игре. Давайте наберем миллион FPS. А самый ебанутый комментарий попадает в следующий ролик. Всем удачи и пока.